прийти к своему предназначению. Угу. Я всегда и ребятам молодым, и девчонкам рекомендую очень много двигаться. Вот как только ты входишь в состояние внутренней пустоты, тебе сложно определиться с целеполаганием, с предназначением, тебе нужно встать и идти. То есть это можно... Просто идти? Просто идти. Или я пришел на спортивную площадку, там, не знаю, на турниках. Это как должна быть какая-то физическая нагрузка, где ты задействуешь свое тело в качестве движения. Для чего это необходимо? Вот эти две трети нейронов начинают постепенно раскачивать и расталкивать нейроны, которые отвечают в том числе и за аналитику, за мышление, за визуализацию, за все. И когда они работают равновешенно, тебе очень часто в процессе, когда организм находится в движении, приходят какие-то интересные мысли. Если ты сидишь на жопе и ничего не делаешь, и при этом у тебя еще и мыслей никаких не возникает, ну какого хрена ты ждешь каких-то результатов? Угу. Да, вот даже обрати... Когда я посмотрела это видео, я такая подумала, ой, а я постоянно вот так вот лежу. Вот так вот. А потом я такая думаю, нет, Олесечка, вообще-то у тебя либо ты лежишь вот таким образом, либо ты трахаешься, тебя трахают. А я так, офигеть, какая нагрузка, потому что с меня там тоже спрос иногда есть. Типа, попрыгай на мне посильнее, еще что-нибудь там. И я такая... Вот. И так что... А в секс мне один клиент говорил, что типа 15 минут хорошего секса — это как полтора часа бегать. И знаете, я помню, у меня был клиент 4 часа. Офигеть! Я потом 2 дня восстанавливалась физически. Вот. Так что я такая, ага. Нет, все-таки, что я подумала на себя, что я неактивная. Я ого-гошеньки, какая активная. Ну, представляете? Во-первых, это эмоционально. Типа сразу же фью, с огня в воду. Ху-ху. Так говорят? I have no idea. Вот. Так еще и физически. Так что все нормально, Олесечка.